Верчин Ерек ориентацкум, туркакан кохми агрессив, аркатахан трутян пачаров, арачата зларватутюн, лусабан вумейнч без хайкакан, аймпесель артасахманян, мишар кларатвами джоснеру. Айс оредин артахумен гатнум, ашхари аминатар бер, еркарнери, кларатвами джоснери, неркает сишнер. Менхима гатнум, экстепанакерти кентронум, зевавор вох мамули, кентронум, ев, капорценг зруцель, атларак рохнериц механи сихет. Напатакас наер, ворпеси, антерцовнерин, хаястанум, бнак вох. Քաղաքացիներին հավասի տեղեկություններ տրամադրեմ, որ Արցախում ոչ մի խուճապ չկա, Արցախցին դուխը տեղն է, եթե հնարավորություններ տան, այսպես ասած, ինչպես իրենք են ասում, փոքր Արցախցուց մինչև տարիքով Արցախցին, մինչև Բաքու կմտնեն. Мы приехали вчера утром из Еревана. У нас в Ереване был проект «Медиаполигон». Это совместный проект нашего журнала «Русский репортер» Российско-Армянского университета и местного агентства «Арминфо». Мы в течение суток показывали жизнь Еревана 24 часа. И именно в этот момент произошли события, которые мы не могли... на них не отреагировать, потому что наш проект был о мирной жизни, и тут вот рядом случается такое потрясение, по крайней мере для нас, которые надеялись, что как-то все успокоилось, хотя бы устаканилось. И я поехала сюда на следующий день, чтобы посмотреть своими глазами, что, собственно, происходит. Ворпеси, да, арачин хертин оглини, айн мартанц, айн каакацни, овке туне Настас Фейсбуков статус не регрум, те вичака ларваца, базматив зохерунэнг, есть чем херкун ворунэнг зохер. Поступает разная информация, противоречивая, но если ты видишь как-то все своими глазами и если ты объективен в душе, если ты честный, то ты будешь говорить правду. Айсор егелем ерек чорстех, матагисум, мартакертум, Аскерянум, ев, энтех, бенакишнеринелем, хандипел, гиоацинерин, чисто, иранк, поводцум, хмбвацен, пайцасмен самер, бенноранна, эстеренк, цмвел, эстерел, петке, тахвенк, уэт, пайнел, анантат, каракумейн, пайцасмен сор, асац, иран самер, монсор, да, соворакан, банлини, эн, йод карвор, хагумен. Йод Каринаман, йод Танкам Каракумейн, Иран Сеч, Духнера Тере, да, Амена Мец, Амена Каравор Банна, вот Ченкотру. Айс, Фокалере Хенел, Эмбур Иран Барбарас Хоханел, Духнера Тере. Арачина Эскит Шатхета Кркир, Трамадруцуне Степана Керту, Майантех, Ми Ерасун Метерайнком, Хак, Сан Ерасун Метерайнком, Ветеран Рнен Хаваквел, Есет Писи Хамаруцун Чейт, Эсе Ерпек, Райтпес, Хамар спасумен, вот если он карцилен занажет, что цены линика генан, угаки тапаворичеб март парзапес пшакахуме, айс миас нуцунит свор, мен кайстах тест, мен гевайн хангас нуцунит свор, как и чара черехан рейн, генум дрешнеров, шат тапаворичеб, ярке шат занре хете вертейн че катарвум, объектив неркаяснелу тесанкюнит, ярке мен карашна гетсум чен кайс пахин, ев байтруненг угих капи ханаравориц, ев Вортегиц инч хет хоселов наев паштоньянери хет айстахенц кентронум инч тестуменг. Хенаравори на сарак портсуменг хасенег, евай хенаравори цуна паркастоненг. Ев, если на тарапес картуна са шат каравори, шат арак те хасенел, а инч чиш те кутсуна воро тарасуме, ворпеси апатеги катуцуна че хасни инчазгайн лерахос. Ев, айт те сакетис каравори насел, вор шат интенсив аш хатуменг, ев фаражум гетнувменг айстах. Цанкане шут, шут авартвер. Эс чехайтарарвас патерасмы шут авартвер, ворпеси Арцахцин мнар збагвер ира бун горцов, ира шинарар горцов, ира химнакан ашхатанков. Мое самое главное пожелание – это не ожесточаться. Я понимаю, когда все такое происходит, я понимаю реакцию людей. Но все-таки мне кажется, что важно в этой ситуации не ожесточаться сердцем. И я бы очень хотела, чтобы люди нашли, попытались найти какой-то диалог. Это было бы очень правильно, мне кажется.
Ցավոք սրտի մեջ չհաջողվեց հարցազրույց ունենալ Արցախ ժամանած բազմաթիվ լրագրողների հետ։ Նրանց շատերը այս պահին դիրքերում են եւ իրենց աշխատանքն են կատարում։ Իսկ նրանք, ովքեր Ստեփանակերտում են, ինչպես օրինակ Գուստավի հեռուստաընկերության լրագրողները, հրաժարվեցին հարցազրույց տալ, պարզաբանելով, որ իրավունք չունեն։ Դե ինչ մնում է հուսալ, որ մեր երկրում գտնվող տասնյակ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները հավուր պատշաճի եւ օբյեկտիվորեն կկարողանան աշխարհին ներկայացնել Արցախում եւ շփման գծում տեղի ունեցող իրադարձությունները։